один из самых великих психологов прошлого столетия Милтон Эриксон. Уникальная, очень сложная, тяжелая жизнь. Величайший специалист, который дал начало очень многим направлениям в медицине и психологии. Эриксоновский гипноз – это загадка для всех психологов. Это величайший мастер психологии. Может быть, он нам сейчас так необходим, чтобы быть счастливыми, здоровыми и богатыми. Голосуйте. Это ваш выбор.